Здравствуйте, дорогие слушатели нашего канала, подписчики, любимые зрители. Всем привет, ребята, с вами сегодня Паук и Шмелёк, и еще пауки, которые задолбали меня уже. Ладно, пошли, короче, огреем прямо в харю. А, ну да, всем привет. Да, всем привет. Всем здорово. Пошли, где эти твари? А, десант! Десант! Больно, мы всех... Смотри, там сколько! Мой паук! Мой паук меня же бьет. Ты посмотри назад, болван. Смотри, там десант какой сверху, ёлпан. Это... У него лук зачаян. Давай, там. Работает там он. Нет, только не ты. А, Шмель, стой, не подыхай. Давай, давай, давай. Тут на меня этот. Нет, быстрее, быстрее. Я в лесу появился. Быстрее, быстрее, давай. Да не топи. Мудила, не топи. Да похрен. Все, стой, погоди, не воскрешайся. Ну ты тупой в натуре, как этот, как дуб. Рези. Ты пахнуться не могу. Потому что я сдох. Капец, обычно же можно тпхнуться. Почему тут нельзя тпхнуться? Ну ты дебил, мне придется глаза есть твои. Все, погнали. Алло, ты тут вообще? Да. Все, погнали. Че мне ни хрена вообще не издевается? Не знаю. На-н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 а. Кстати, тут коровка. Блин, пипец, а как их там вообще так много было, да? Че ты меня не прикрывал? Так, я знаю, где все. Я тоже знаю, где все. Ты меня, блин, из-за тебя убили, получается. Теперь ты виноватый. Как мне теперь жить с такой жизнью? Ой, боже мой, так уродливо выглядит этот спрутик. Видел, как спрут выглядит? Да, вообще. В реале. В реале? Да. Нет. Я не видел. А что вообще, телек смотришь? Угу, конечно, смотрю телек и на спрута любуюсь. Вау, какой ты красивый спрут, какой ты симпотный. Давай, братик, быстрее, ты пышкайся, я не знаю, беги быстрее. А что, нашел? Да, типа, я уже лег спать. Типа? Да, я лег спать, быстрее, давай. Обезьяны ты китайские, морской овнь. Ну ты чё там? Ща, я уснул. Нормально. Во время летсплея. Ой, Шмелёк. Здорово, чё? Я уснул. Лёг, так ладно. И что ты начал делать? Ты ничего, прикинь. Хорошо. Давай ложись быстрее. Я уснул. И поспал. И всё я сделал. Ты знаешь, как этот наговоришь? Блин, забыл. Чёрт, я забыл, что я хотел сказать. Всё так быстро происходит. Мочи его, слышь, ты мне вообще будешь помогать в этой серии? Во-во-во-во-во! На, получи! Мне порошок. Пошли, нюхнем. Кстати, ребята, за серией мы сделали вот такое вот, не знаю, стол, да? Красиво же получился, да? Да. Я это все сам делал. Все сам и только сам. Никто мне не помогал. Только я сам все делал. Смотри, мы как делаем. Чтобы всякая херня теперь нам не спавнивать, мы, наверное, пока что поставим так. Ты что на в этой серии будешь делать? Я кого-то флан есть. Всю серию, да? Хорошо. Не, пошли вообще в шахту. Подожди, мы же портал в ад сделали, пошли туда. Ну, а сам туда и пойдешь. Если там газ, то я не пойду. Да я пожалуйста, не... ты чё такой трус-то? Крипер, крипер, мочи его! Да ты чё, ты пой... О, вот и! Йогу, в ленточке! О! Чё я? Чё ты вообще сейчас сказал? Произнеси ещё раз. В ленточке. А. У него ленточка. Знаешь, мне другие вообще звуки там послышались. Какие? Неважно. Не важно, брать там уже не важно. Погоди, ну если мы сделали портал в ад, то значит мы богаты. Угу. Мы должны быть. У нас должны быть алмазы, ну вот.
Так, алмазы блин. Есть. Все, пошли, короче, в ад. Мы богатые. Богатые, ура. Все, погнали в ад. Так, дай я хлеб сделаю. Зачем он тебе? Блин, я меч же не взял. Лезь обратно. Сделай мне меч. Нет. Чего нет-то? Сам лезь. Так. Мне показалось, сам бреси. Так, стой, где? Где дерево? Тут так много дерева. Дерево, без понятия не имею. Где верстак? Так. Делаем, смотри, два меча. Зачем два? Нет, даже четыре. Зачем? Чтобы ты спросил. Гениально, да? Все, теперь погнали. Чё? Пойдешь со мной в ад? Смотри. Посмотри на газ. Пошли. Прямо ему в глаза. Какие у тебя большие глазики, Гаст. Не хочешь познакомиться? Ну ты что там, давай. И вот тут, кстати, мы сделали за серией портал в ад. А вон там эта пещера. Сейчас на тебя кто-нибудь свалится опять. Давай я первый, короче, это залазю туда. Это, а ты второй. Ну ладно, да, ты второй. Ладно, давай. Ты же любишь гастов, давай, проверь, иди. Че, выбирай, либо я туда залазю, либо ты. Ладно. Прощай, брат. Сегодня мы видимся в последний раз. Да иди ты давай уже. Да я уже... Ты... О, откуда тут скелет вообще, я не понимаю. А, мы же его тут... У меня подвисло, из-за него у меня весь виснет. У меня один FPS. Я, короче, когда к этим стрелам подхожу, они мне ударяют. А чего они больше не несят? Да потому что там по мне их стрелял. Так, что мне ходить? Да блин, я скелета сейчас... Вот, все, входи давай. Там нету газ? Не, нету. Че, вошел? Так, я вхожу. Блин, там что-то летает, братик, прямо вон сверху. А, нет, уже никого нету. Ты что, вошел? Самое главное, если на зомби не бей. Знаешь, какая жопа потом будет. Ну что, нормально. Уси-пуси-пуси! Помоги мне, братан, ты где? Выручай как брата своего. Даун. Сам ты даун. Ты где, братан? Братишка, нет. Они гонятся за мной. Ну, за мной-то нет. Блин, что делать? Так, ну я пока тут добуду из сумусов этого, как его? Красной пыли. Адского камня. А, красный. Только... Не, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Да, я спасся. А, нет, не сп... А ты где вообще? А вон я тебя вижу. Опа, я думаю. Ты такой, это енот там, это я тебя еле-еле увидел. Помогай мне, а? Спрятаться от них. Они не бьют, да? Все, спасибо. Так, а пошли крепость. Давай я крепость найду. Там офигеть, это совсем дебил, что ли? Нет. Или да, я не знаю. Свинозон. Все, я пошел крепость искать. Там, ты если что, там стой возле портала. Скажешь, когда домой будешь тпшиться? Все, короче, домой. Стой, подожди, пожалуйста, не надо, братик. Ко мне потом не добахнешься. Пожалуйста, братик, не надо, не оставляй меня тут. О-ха-ха, ребята, валим отсюда, свинозомби, пусть. Let's go за мной. Так, где крепость? Гастик! Я пошел Гастика убивать. Ой, он плачет? Да, он плачет. А, бедный Гастик. Ой, у него так мордочка красиво открывается. И там такой язычок. Такая мини-мини-няша. Я тут крепость сделал. Ничего, он так-то меткий. Как там эти вошние флайерболы отбивать? На, получи. Не получилось. Там, так. Кстати, даже есть ачивка. Какая? А, убить Гаста? Не. А отправить его. Отправить. Ну, это там, короче, убить его. При помощи фрайлбола? Блин. Да. Выговори ты. Я тоже не могу. Фрайлбол. Блин. Когда я говорю, это еще более дебильнее. Файбола. 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 Теперь у нас это не этот самый, а файбол. Файбол.
Еще хуже вообще, да? С каждым разом все хуже и хуже становится. Так, сейчас я ломаю. Так. А, кстати, пацаны, я же хотел обрадовать классную новость для вас. У нас на каналчике уже практически 600. Да, не сотня, как было раньше, а 600 целых 6. Не 500. Да, не 500-ка, а буквально 600. 600. Обычно все на 1000 делают, а мы на 6. Да нет, это просто я сказал, типа обрадовать их. О-о-о. Им-то похуй. Ну да, это дальше. Ой, блин. Фу, какая-то. Ёлы-палы, я тут думаю, чё у меня всё так лагает? Чё? Мне там в скайпе опять кто-то начал, какие-то козлы начали писать. Кристин. Да если бы. Какие-то козлы, или не более. Он этот. Александр. Да, вряд ли. Тоже. Так. Ладно, я до сих пор ищу эту самую крепость Ефрит. А чё в крепости Ефрита находится? Чё? В крепости Ефритов что находится? Ничего. Нормально? Ну, это типа как фау. А, не, подожди, она нужна. Чтобы сделать этот Эндер Глаз, да? Ну вот. И попасть в край. Вот. И над этим сезон закончится. Ва-ха-ха-ха-ха. Злые хваны. Братик, у меня последняя картошка. А я вообще нет. Не. Я тут базу нам строю. Ты своими яйцами питайся. Все равно же в аду находимся. Приготовь их. Так, что там? Мне либо кажется, мы становимся с каждым серией более извращенными. Более дебилами. Тебе это не кажется, братишка? Это мне это всегда кажется. Ты только сейчас заметил, да? Потому что ты меня вдавно превращаешь. Спасибо тебе вообще большое. Ты будешь мне вообще помогать в этой серии? Я тут важным делом занимаюсь, когда придешь, тогда увидишь. Изготовка своими яйцами — это не важное дело. Помоги мне вообще найти. А давай из адского камня сделаем это. Дом наш. Смену зомби, отойди, ты мне мешаешь. Ты дебил. Как тебе идея-то? Да я не знаю, мне ты че. Блин, че ебаху тут насрать? Да, снимаем, нормально. Че, снимаем, пофиг, снимаем. Какая разница, играть или снимать, если все равно ж пофиг, да? Мне самое главное, чтобы ты остал. Вот ты козел, братик, а я-то думаю, ты ради все наших подписчиков делаешь. А ты вон в те какие. Сейчас что-нибудь придумаю. Эмоции. Да нет, те вон какие эти термиты скрыты. Блин, я ничего не вижу тут. Зрение минус сотню, вообще ни хера не вижу. Даже лупа не помогает ничем. Злупа? Лупа. Блин, это шутка вроде в конце. А, кстати, я ж тебе не сказал. Помнишь, ты там это потерял... в конце серии, типа, ты сказал, я потерял. Я такой, ты чё потерял? Ой, я сказал, ты потерял, чё? Блин, чё за бред я сейчас сказал, вообще не понял. Давай заново. Дубль 2. Короче, смотри. В прошлой, помнишь, серии какая там, четвертая, да, вроде, или третья? Да, четвертая вроде была. В конце серии ты сказал то, что ты потерял. Я сказал то, что ты потерял залупу. И потом ты там что-то там начал про школу говорить, то, что ты каждый раз чешешь ее в школе или чем-то того. Да, там что-то типа того было, я тебе говорю. Если это прислушаться, то там это вообще идеально можно услышать. Я потом... Не, это я так думаю. Да-да-да, я тебе говорю, там такая тема вообще, я так заржала. Я ее и так в школе тешу.
Блин. Тишу. Тишу, тишу. Блин, я этот не нашел, чувак. Чё? Крепость. Вроде что-то чувствую, вот прогружается. По чувствам этой Ванги, я вот чувствую, прогружается где-то рядом. Ванга, блин. Угу. Но найти не могу. Шмель Ванги. Шмеля Ванги, ну. Короче, пошли домой, а. Я не знаю. Чё, да не мы знаю? И так дома. Ага. А, в принципе, тогда мы отсюда и вышли. Ну, в смысле... Твою ж налево. Как там... Вообще... Ты чё? Здорово, брат! А ты заметил это как-то... Нет. Не знаю. Чё это такое? Дежавю было какое-то. Ты сдох, и я... Чё за херня? Моя мама вылетела. А, у меня бантикам, походу. Ну ты вообще молодец, ладно. Подождем его, ребята. Я даже останавливать не буду. А я не знаю, остановил я или нет. Вот ты козел. Мне это вообще исчезло. Ага, я знаю. Ну ты там. Короче, тебе надо сейчас на. Коп... Ну блин. На копчу нажать. А я пока в скайпике посижу, посмотрю. Мне ж делать-то нефиг, мне никто ничего. Мы ж ничего не снимаем. Не, мне сейчас бесит тебя лысый. Смотри, мы с тобой стараемся хоть что-то нормальное, пытаемся заснять, да, все такое. А вот я смотрю дебилов конкретных, они ничего не пытаются заснять. Это такая херня получается, и вообще пипец. Кстати, я не сдох. Я, кстати, тоже не сдох. Братишка, спасибо тебе большое. Так, я, короче, походу не выкладывать ни хрена не буду, мне ни хрена нет. Ну, блин. Да, ну, похуй. Какая жалость. Это что такое? Тебя не тоже? Да, нет, ты что? Тебя не вылетело? Я не вылетела. Ты где вообще? Я где-то на дереве. Главное, слазик. Маугли! А, Маугли. Я вижу там, что-то катится, какое-то говно по лианам. Какое-то говно по лианам. Ага, в мире. У тебя бы еще бы не вылетало. Блин, интересно, из-за чего, наверное, из-за текстурки или из-за прогрузки резкой? Скорее всего, из-за прогрузки резкой у тебя вылетело. Ну, так я же так и не достоил. Ты видел то, что я там достоил? Да, я видел, как ты убегал там. А я не понимаю, что они на меня-то заагрились, а в принципе... Ну, я не знаю, я просто стоил, они на меня заагрились. А, да, это же... Что-то там обновление на 1.5.2 вышло, и типа они теперь могут агриться, даже когда ты их не ударил. Я тебе в натуре говорю. Типа, я помню тогда... Сбесили. Ну да, типа того. Тогда в выживалке просто так сижу, играю, чё, кого там рудил нормальную копаю. И меня как толпа этих дебилов окружают, убивают нафиг. Я такой вообще не в понятках, чё они меня за что убили. Они же типа самые безобидные считались, и теперь они тоже козлы такие. Самые безобидные травички. Угу. На, получите. Кстати, а если крипера убил, то пластинка должна выпасть? Нет, если крипера убил скелет, то тогда... Блин, жалко. Ладно, дайте, наверное, мы закончим уже, если вам... Твой дом даже не нашел вообще. Добежишь. А, ты что, там уже? Да. Как ты там обустил, оказалось? Я не знаю. Мне там какие-то чуваки звонят, постоянно кто звонит, все виснет, вылетает. Кстати, подожди, я посмотрю, сколько серия длится. 20 минут, нифига, все, блин, надо закончить, братан. Конкретно, быстрее давай. О, здорово. Как твои дела? Мамайна. Мамайна, все у тебя, всегда мамайна. Ребята, если вам понравилась эта серия, можете подписаться на наших два каналчика, поставить лайк, лайк, там, что-то еще... какую-то плюху, ватруху и так далее. Фу, надеюсь, у паучка больше никогда так не будет вылетать. Это из-за чего? Честно, не знаю. Наверное, из-за того, что прогрузка быстрая у тебя. Ой, да, скорее всего, то, что прогружалось все. Резко так. Не надо было в ад ходить. Но у меня, кстати, не вырубилось. То, что более страннее еще. Ладно. Над этим мы потом разберемся. Если вы хотите, кстати, поучаствовать в этих сериях, вам надо всего-то
написать «участвую». Да, это не так-то сложно. Это очень сложно, ребята, блин. Реально сложно написать в комментах «участвую», блин, они же не... И самое сложное то, что когда вы напишите «участвую», то вы станете дебилами и попадете в нашу серию. Да ты дебил сам, ёлы-палы, ты хватит обзывать всех, а? Ну, я же если с нами буду снимать, то что я нас обзываю дебилами. Ну тогда вот тебе. Ладно, короче, пацаны. Хотите попасть в наши серии, вам надо написать «участвую» в комментах. Поставить лайк. Вот ты мудила редкая. Ладно, я один тогда закончу. Поставить лайк, лойк там и всякие такие плюхи, няхи, печенюхи и так далее. И вы сможете поучаствовать. Блин, кстати, я как-то долго обычно заканчиваю, ты не замечал? Да ты вообще мех полный. Спасибо тебе. Блин, что-то жрать еще захотелось. Ладно, всем удачи, всем пока-пока. Пока. Goodbye, bye-bye. Удачи. Надеюсь.